Для тих, хто не бував у зоні відчуження, вона може здатися пусткою, без живого деревця та тварини. Проте це зовсім не так. І люди, які продовжують виправляти наслідки трагедії, борються не в пустелі, а в непрохідному забрудненому лісі. Тисячі квадратних кілометрів, колись залишених на призволяще. А що стається з лісом без догляду? Одна іскра і за лічені хвилини пожежа. Вогняна пастка для усього живого. Стихія, яку практично не зупинити. Але і це не все. Радіоактивні речовини, що розповсюдились під час аварії, і десятки років перебували в ґрунті, корі дерев, усьому лісі загалом, вивільняються вогнем і розносяться з димом. Катастрофа минулого продовжує нести загрозу всьогоденні. В 1986 году, сразу после аварии на Чернобыльской атомной электростанции, в 30-километровой зоне осталось более 200 тысяч гектаров леса, который был заражен различной степенью. Встал вопрос, что делать с радиоактивно загрязненной древесиной в таких больших объемах. Конечно, Украина в то время не имела такого материального ресурса, чтобы вот эту проблему решать, и нам пришел на помощь Евросоюз, и было принято решение о создании сжигателя радиоактивно загрязненной древесины. Это был пилотный проект, который предназначался для сжигания древесины в большом объеме, ну, примерно где-то 600 килограмм древесины в час. Ну, проект начал воплощаться в жизнь с 2013 года. Весь этот проект по сложности был связан с тем, что в мире, в общем-то, опыта создания таких установок пожигания такого большого количества древесины радиоактивно загрязненной не было. Поэтому мы столкнулись с целым рядом серьезных проблем. Первая проблема серьезная – это очистка газов, которые мы выпускали в атмосферу. Это же и система фильтров новая была придумана. Это же обращение с радиоактивными отходами в виде золы, которая образовалась там. Мы увидели, что вот именно хвост, так называемый, то есть часть обращения с радиоактивными отходами, требует особого отдельного рассмотрения. Надо было всю логистику продумать, обращение с радиоактивными отходами, то есть сбор, перевозка, захоронение, паспортизация, то есть это тоже был кусок работы, мы его совместно решали с Государственной инспекцией по ядерному регулированию. Многие, в общем-то, не понимали, что это экспериментальная установка, до которой надо доказать возможность сжигания радиоактивной древесины безопасно для окружающей среды и людей. Есть критерии, по которым производят отбор древесины, по критериям активности. То есть нам разрешено до определенной активности
использовать древесину. С очень грязной части леса мы не используем, с очень грязной. У нас есть определенные критерии, по которым мы отбираем лес. Загрязненной древесины. То есть мы работаем над очисткой, по большому счету, очисткой зоны отчуждения от радиоактивно загрязненной древесины. При этом мы решаем две задачи. Первая задача – это минимизация радиоактивно загрязненной древесины. И второе – необходимо было девать куда-то тепло, ибо котел горел, нагревал воду, и этот избыток тепла куда-то надо было девать. И мы пришли к тому, в конечном итоге, что мы зимой сейчас часть Чернобыля отапливаем с помощью инсинератора, и летом, когда центральная котельная не работает, мы даем горячую воду персоналу Чернобыля. То есть, ну вот так получилось у нас классно. С помощью Евросоюза мы это все сделали. Ну, вы действительно увидите сейчас вот сам инсинератор, вы поймете сложность, поймете объем, поймете, сколько там инженерной мысли, там очень много нового вот, в технике, как люди думали, как сделать так, чтобы самое главное было, чтобы было безопасно для персонала, для окружающей среды. Посмотрите, увидите. Кількість пожеж різко виросла. І то ли це по людській халатності, але все-таки наша основна задача, щоб ліси сухі, ліси, які заряджені, помірно заряджені радіацією, необхідно було утилізувати. Деревина для нас приходить в відповідності до всіх технологічних питань, вона поступає від лісового господарства. На пілорамі ми підготовлюємо деревину для того, щоб пропустити її через дробарку. Після того, як деревина пройшла стадію дроблення, у нас виходить щепа. Щепа в нас складується для того, щоб подати щепу на сам котел. Підготовлена щепа попадає в котел потужністю 1,6 МВт. Конструкція котла Krieger дає можливість повністю спалювати щепу і тим самим дає повну гарантію використання деревини на спалювання. Система роботи інсинератора комплексу всього в нас автоматизована. Виведено все в операторську, і оператор у нас контролює спалювання в самому котлі, температуру, яка коливається від 600 до 900 градусів по Цельсію, а також контролює виходи золи по всім чотирьом точкам збору золи.
У нас йде постійний моніторинг датчиків на виход спалюваних газів в трубу. В нас чотириступенева фільтрація відходів. Перша стадія – це в нас з котла Крігер. Ми забираємо основні великі куски золи, яка також упаковується в 200-літрові бочки. Друга стадія – це в нас економайзер. Він дає можливості відібрати середнього розміру частинки. І також вони безпечно утилізуються в бочки. Третя стадія – це в нас циклон, що відбирає вже, скажімо так, легко такі взвішені частинки. І четверта, сама основна – це в нас рукавний фільтр. Рукавний фільтр дає можливості забезпечити повністю очищені виходи від спалювання деревини. Вся радіація відходить в золу, і ми її утилізуємо. Тобто димові гази, які після спалювання деревини, проходячи фільтрацію, виходять екологічно незабруднені радіацією. Ігнорування правил, нехтування безпекою. Трагедія призвела до втрати найціннішого – людського здоров'я та життя. Жахлива істина, від якої не можна відводити очі. І це нам нагадування. Але ми змінюємось. Розвиваємось. Вчимося оберігати життя людей та наше довкілля. Ми робимо висновки, щоб не допустити повторення подібного. Что касается безопасности сотрудников, мы все понимаем, что жизнь и здоровье людей – это самый важный аспект. Для обеспечения безопасности сотрудников проводится дважды в месяц радиационно-дозиметрический контроль. Также каждый сотрудник проходит проверку на содержание радионуклидов в организме периодически, в зависимости от занимаемой должности, от одного раза в год до четырех раз в год. Если говорить про радиационно-дозиметрический контроль, дозиметрист приходит на рабочие места, меряет фон непосредственно на рабочих местах и также в непосредственной близости от инсинератора. Проводится, как я говорил, дважды в месяц, и за время проведения превышения там не было установлено. Также 4 раза в месяц проводится прокачка воздуха в помещениях рабочих, ну, также на содержание радионуклидов в воздухе, и также за время проведения такого контроля, ну, превышение не было установлено. На трубе стоят фильтры, да, они фильтруются, и вокруг инсинератора в радиусе 500 метров находятся планшеты, которые собирают выпадение, ну, то есть там пепел и там какие-то частички, которые фильтр не задержал, они падают на планшеты, на марлю. Эта марля представляет из себя ткань Петрянова, которая после определенного времени нахождения на планшетах вокруг инсинератора доставляется в лабораторию. Там она прессуется в таблетки. Эти таблетки помещаются в муфельную печь. Там они озоляются. Ну, то есть это процесс сжигания без присутствия кислорода. После этого проба переводится в раствор и отправляется на радиохимию, где с помощью ионообменных смол разделяются элементы. После этого этот образец переносится на подложку,
и уже поступает в отдел спектрометрии, где происходит непосредственно само измерение. В этих пробах мы ищем нуклиды именно неприродного происхождения, да, то есть те, которые образовались во время аварии. То есть это цезий 137, стронций 90, плутоний, америций. У нас в распоряжении находятся разные инструментарии для обеспечения всестороннего мониторинга. И хочу вам сказать, что за время работы инсинератора нами ни разу не было зафиксировано превышение контрольных уровней. Попереду ще довгий шлях. Пройде багато років, перш ніж впевнено скажемо. Ми позбулися наслідків катастрофи. Але це станеться. Обов'язково. Тим паче ми, українці, вже не самі на цьому шляху. І такі проєкти, як інсинератор, тому підтвердження.